Картонный танк, который не прощает ошибок, без стабилизатора и на боевом рейтинге 8.3. Если вы вдруг решили прокачивать ветку леклерков, то впереди вас ждет уникальный геймплей на MX-30 без стабилизаторов. Здорово, танкисты, с вами Укус. Сегодня у нас речь пойдет об AMX-30 B2. Как я уже сказал, это картонный танк, он легко пробивается с всяких мелкашек, очень не любит, когда против него играют всякие БМП-2 и БМП-3, а также не любит, когда ему стреляют в щеки башни, потому что там есть боекомплект, который так норовит взорваться. Стабилизатора тут нет, но зато есть лазерный дальномер и даже тепловизор на боевом рейтинге 8.3, что очень приятно. Но неприятно тут то, что в стоке вам придется страдать на кумулятивах, но благо делать это придется недолго, потому что лом находится уже на второй ветке. Лом тут у нас пробивает аж целых 361 мм, что более чем достаточно для игры на 8.3. Даже при условии, если попадете выше. Живучесть у данного танка, можно сказать, что никакущая. Боекомплект в корпусе и боекомплект в башне. Единственное, куда мы можем пережить попадание, это попадание в борт. Там у нас есть два топливных бака, которые могут сожрать урон. В любом другом случае мы отлетаем в силуэт. Иногда, конечно, мехвод может танкануть и лбом, но это при условии, если вам не будут стрелять топливный бак, а просто лупанут по центру. Тогда, скорее всего, выбьет мехвода и двигатель. И вы даже сможете ответить. Но, скорее всего, урон будет никакущий, так как у вас в стоке будет кумулятив, и придется получить второй раз. Компоновка стандартная, как у леопарда, только немножко инвертированная. Башня поворачивается со скоростью 28 градусов, что позволяет неплохо себя показывать в ближнем бою. Также ходовые характеристики здесь тоже очень даже хорошие. 65 км вперед и 65 км назад. Данная подвижность делает нас универсальным танком. Мы можем ехать как и задом, так и передом с одинаковой скоростью. Можем занимать тайминги, давать прострелы и убивать эти БМПшки. Но учтите, что они едут примерно так же. И в размен с ними я бы вам вступать не советовал. Дырявая башня легко пробивается с автопушек. Ну а итог дальше вы знаете. Выбитая казна, выбитые члены экипажа и подрыв боекомплекта в башне. Можно играть от ближнего боя, но нужно играть очень аккуратно. Проверять каждый угол. Пропускать противников. И стараться делать фраги точными выстрелами по боекомплекту. Ошибок данная машина не прощает вообще. Но оно и лучше. Зато играть научитесь. Играя на каких-то жестких имбах, ты особо не развиваешься, а больше деградируешь. Потому что всегда играешь для себя в комфортных условиях. А этот танк заставляет тебя напрягаться каждую секунду. Поэтому ты должен играть лучше, чтобы на нем делать хоть какие-то фраги. Оставляю вам бой, где я, конечно же, ворвался, конечно же, играл с ботами и имел подкрученный урон. Если оно вам понравится, не забывайте прожимать лайки и писать комментарии. Но я от себя буду делать для вас новый контент. Не забывайте использовать мою реферальную ссылку, залетать в мой дискорд канал и телегу, который находится в описании. Желаю вам приятного просмотра, танкисты, чтобы ваши кумулятивы дамажили, а союзники не сливались на захвате точек. Слева еще есть. Справа еще есть. Плохо. Бочка сожрала урон. Ну, вроде как он меня не видел. А этот куда делся? У меня, блин, слева еще есть. Ай. Ладно, допустим, он куда-то уехал. Понятия не имею, где он. Мне надо нырнуть сюда по-любому. Тут сейф хотя бы есть. Там, блин, на две стороны стоишь, не понимаешь, откуда танк выйдет. Как-то, блядь, Т-26 какой-то. Шнырёк куда-то уехал.
Вон он. Он сюда смотрит или нет? Нет, не сюда. Я какого-то мелкого видел. Т-26. Блин, какой кайф стрелять ломами по танкам, которые ваншотятся. Лишь без брони, по сути, для меня. Вот он стоит. Я же говорю, видел шныря какого-то. Но без таба капец некомфортно, он клюет то и дело. В теории можно поджаться куда-нибудь. Ух, повезло. Вот даже сейчас просто я вышел, у меня прицел. Туда-сюда, туда-сюда. Будем ждать, пока каток чинится. Мне повезло, что у него еще забор сожрал снаряды. Народ еще есть. Еще много. Не, могу, конечно, тут остаться. Могу переехать. Бак танканул. Он мне попал в каток. Ну блин, я же только начал стрелять по нему. Почему так? Слушай, это американец какой-то был. Здесь танк. Ай, да-да-да-да-да-да. Артиллерия родная, привет. Итого 12 фрагов. Стоит ли тут резаться? Думаю, наверное, все-таки нет, потому что респов они посливали по 3, по 2, кто-то по 4 вообще. Думаю, здесь можно просто выйти, наверное. Не считай, все выходят, осталось тут. Все берут. Не, я думаю, тут типы зарешают. Не сильно продавили. Поэтому выходим.